Ну вот, друзья, когда квартира готова, в ней сделан ремонт, ее нужно обустроить мебелью. Сделать все так, чтобы люди, которые будут ее снимать, с удовольствием ей пользовались и смотрели на море. Сегодня нам предстоит собрать всю мебель и сдать квартиру в эксплуатацию. Это все на выброс, сюда будет все новое. И также сюда. Всем добра! Также отреставрировать и обустроить, будь то дом или квартира, как сейчас. Если это большая вилла, сделать достройку или построить новую с нуля. А до этого, если вы только думаете жить в Испании, наша команда сможет подобрать вам необходимые квадратные метры возле моря или дальше в горах. Время летит. Подумайте о будущем.